День 31. Малыши все более активные, все более любознательные. И мамашка все больше и больше пытается их вытаскивать оттуда и носить по всему дому. Вот хоть и маленькие, все равно слышно, как они топают. Привет, ку-ку. Они всех уже узнают, всех видят. Да, малыши? Уже научились чесать, буквально сегодня утром научились чесать лапой за ушком. Чего ты тут шкребешь? Чего? Что за подкоп? Не надо. Не надо делать. Не надо. Ну. Ну. Кто тут? Кто тут лапулями своими вот это делает, а? Да, да, вот тут как психуля такая. Психуля у нас весенняя. Ну, чего ты, тут психуешь? Зачем тебе вот это? Зачем? Зачем психуешь ты? Да, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох уж эта пеленка мешает. Мальчишки прям вообще хорошо друг с другом играют. Прям еще покусывают друг друга. А девчонки все-таки полайтовее у них. Игры попроще. Мама кошки, видите, в домике кормит. Угадайте, кого? Двух пацанов. Слышите, хлюп-хлюп. Это там у нас кто? Вон там двое. На сиське. У мамки на юбке сидят. Смотрите, смотрите, красуля охотится. Что-то там себе нафантазировала, крадется. Трепетная лань. Да, она на тень хотела напасть. Видите, как обезьянки.
по столбику лазит. Красуля еще и по потолку пытается лазить. Один в один моя кошка. Ну, посчитай. У меня кошка, если ей нужно, она и по стенам, и по потолку, она своими когтями впивается прямо в древесину. И пошла. Нет преград вообще. Просто не остановишь. Вот эта вот красненькая будет точно такая же. Из потолка она вас прыгнет. И из-под тишка на ногу будет охотиться. Зеленушечка, она такая поспокойней. Озорная, но, как бы это сказать, не такая наглая, что ли. Краснушка, она вообще наглая. Вон, видишь, пойдет прям по пацанам. Пройдет. В дом залезет, всех пододвинет. Видите, чья попа там торчит из дома. Вон, протискивается по головам. Скажи, а я хочу, и все. Не пускают мальчишки ее. Лезет, лезет, они не пускают ее к сиське. Она уже и с одной стороны, и с другой. И все равно пролезла. И все равно пролезла. А вот это тут кто? Это тут кто это? Ты Веснушечка тут наблюдает, да? Веснушечка тут наблюдает. Как мы тут подглядываем за всеми, да? Вот она, красоточка. Мяу. Мяу. Как у них намокают глазки, конечно, от вспышки. Очень быстро. Не будем ослеплять. Играйся, красная. Веснушечка моя, играйся.